Привет! Сегодня мы с вами снова разбираем покупки с Amazon. И первый наш лот в программе – это деревянный человечек. Получается, берешь голову, берешь ручки, берешь ножки, соединяешь веревочкой, а потом, когда соединила, уже раскрашиваешь. Поняла? Вот так вот. А теперь их нужно загнуть. Вот так, видишь? Загнули. Рука есть. Я думаю, что это прекрасная игрушка для развития моторики и креативности. Моего человечка я назвала Тедди. А твоего как зовут? Ага, болтается. Так, теперь давай раскрасим его, давай. Давай, мордочку нарисуем, давай. Точка, точка, запятая. Вышла рожица смешная. И добавим язычок. А также нам понадобится обувь. Добавлю еще веселые карманы для разных мелочей. Штанишки нарисуем. Штанишки, шортики. Папа прав. Штанишки – это очень важно. А это еще один набор. Давайте посмотрим, что же там. Так вот оказалось. Ага, все выходит. Ух ты! Вау. Тут что-нибудь интересное. Когда кладешь в воду единорога, он становится блестящим и покрывается кристаллами. Но о нем в следующих роликах. А сейчас рисовать! Это горшочки. Это горшочки раскрашиваешь. Ты горшочки видишь, раскрашиваешь горшочки, что ты потом садишь, семена разные. А давай желтенькие, добавь туда цвет, желтенькие еще. Смотри, супер солнышко с Серёдой. Зелёное солнышко, интересно. Забыла сказать,
В середине видео выскакивали игрушки на экране. И кто первый напишет точную цифру в комментариях, тот получит приз. Один набор из видео. Пока!